Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь, как всегда, Дэн Хай. Сегодня мы будем играть в My Fishing World. Сегодня мы с вами отправились на локацию Долина Камней. Для того, чтобы половить такую рыбу под названием мускун. На эхолоте показана рыба от 1 килограмма 300 грамм до 8 килограммов 300 грамм. 4-6 метров расстояние заброса, ближе к берегу уже не кинуть, потому что рыбы нету. Давайте вам немножко расскажу о снастях. Так, удочка у нас XS-1000, 11 килограмм 350 грамм. Катушечка у нас Z-Donna, 11 килограмм ровно. Лесочка у нас Extra Life L на 11 килограммов 700 граммов. Поплавочек, естественно, фаворита, очень легкий. И крючок лучше всего выбирать... 5,1 или 5,2, ну, 8 килограммов, видите? Но выше этих крючков уже не стоит выбирать. Мы выбрали с вами крючок под названием 5,1. От 8 килограммов до 69 килограммов. Наживка у нас это мотыль обыкновенный. Закидываем на наше местечко. Поездка на локацию стоит 700 рублей, довольно-таки много. Но если мускун есть в каком-то задании, то можно, в принципе, потратиться. Есть первая поклевочка. Так как снасти мы выбрали с вами не очень прямо мощная, а рыба у нас будет попадаться от 8 килограммов, то с каждой рыбкой нужно немножко будет попотеть. Устает она очень-очень быстро, но все же. Снасти можно выбрать побольше, но ремонт за них будет как бы больше. Сразу за первым ходом трофеи, потому что они у нас в принципе и будут все трофейные. Потому что 8 килограммов 300 грамм, а минимально мы можем поймать на 8 килограммов. Будут все время трофейчики, ребятки. Второй заброс поехал. Сразу же утопил полностью. И опять-таки тащим. Рыба очень-очень быстро устает. Прошли какие-то секунды, она уже на 25% устала. Уже на 50% устала. Очень быстро она устает. Потому что расстояние маленькое, рыба тоже не крупная. Она очень быстро устает. И опять-таки трофей. 8 килограммов, 68 граммов. И у нас каждый заброс будет так трофей. На 5 звезд ловится. То есть, ребятки, рассказал вам, как поймать мускун. Еще рассказал, как поймать трофейного мускуна при каждом забросе и зарабатывать на этом немножко серебра. Немного, но все же, в принципе, нормально. Всем удачи, ребятки. Всем пока. С вами был Дэн Хай. Не забывайте подписываться на мои ссылочки. Всем пока-пока.